Всем здравствуйте, меня зовут Елена, и это YouTube-канал «Счастливая улитка». Я постепенно снимала видео 208 дней, как мы посадили острый перец в горшки на подоконник. Снимала с момента покупки семян, как сажали и пересаживали, на какой день перцы взошли, как росли, когда цвели, как и когда появились перцы, когда краснели и когда мы их собрали. Все моменты, которые мне казались важными. Сейчас, наверное, уже делала бы многое иначе. Но показывала я тогда и снимала тогда так, как оно было. Все видео снимала постепенно, по дням. Приятного просмотра! Решили посадить острый перец. Купили два вида в Леруа Мерлен. Тещин язык за 15 рублей пакетик и чудо Подмосковье 13 рублей пакетик. Покажу вам пакетики медленно, чтобы вы могли прочитать и рассмотреть. Перец раньше никогда не сажали. И в домашних условиях не выращивали. А у нас он будет расти именно в домашних условиях. Земля. А что сажаем? Майонеза. И 2 стакана по 0,5 литра. Протыкаю дырочки. По 3 дырочки в стаканах. Проверяю. И 5 ведерки из-под майонеза. Начнем с чуда. Так, отрезала не с той стороны. И там внутри оказался еще один пакетик. Отрезаю. Семян много, мне столько не нужно. Теперь тещин язык. Здесь семена сразу, без пакетика внутри. Землю в емкости. Оставляю по 4 семечки, остальные я сложила назад в пакетик. Подписываю. Будет теща и чудо. Наклеиваю надписи. Делаю углубление. По 2 в стакан. Четыре ведерки из-под майонеза. По сути, получилось, посадили 4 и 4 того и того вида. Семена в углубление. Чудо разложено и закопали. Теперь теща. Семена разложила и углубление закопали. Теща готова. Прошло 15 дней. Уже думали, что ничего не взойдет. Но на 16-й день утром нас ожидало чудо. В стаканчике с надписью «Чудо» взошел перец. Вчера вечером его еще не было. А в остальных стаканчиках пока только травинки всходят. Больше ничего нет. Днем он уже поднял листочки, начал поднимать. Вечером он уже
выпрямился. День 17. С утра был только один перец, как и вчера. Он стал больше, он подрос. Мне кажется, выпрямился еще больше, но оставался только один. А в обед появился еще один перец во втором стаканчике с чудом. День 68. Чудо в двух стаканах продолжают расти по одному. То есть зашло только по одному семечку. И растут. Хорошо растут. В горшочке с тещей ничего не всходило. И чуть больше месяца назад мы посадили туда тоже семечку чуда посередине. Собственно, она и зашла. На месте этой семечки, которую мы посадили, зашел перчик. И недавно появилась вот эта травинка. Пока непонятно, может, спустя 2 с чем-то месяца зашел перчик тещи. Ну, возможно, просто травинка. Посмотрим. В двух горшочках, в двух стаканах, которые мы сажали именно чудо, только чудо, перцы очень сильно выросли и дали маленькие бутоны. Я сейчас вам постараюсь их показать. А перец в большом горшочке, который от майонеза, он очень сильно вырос, можно сказать, прыгнул за одну ночь, догнал в росте перцы в стаканах, но мы точно не уверены, чудо там или теща там все же выросло. Как бы посередине сажали туда чудо, но сильно отличаются листья, и сам он сильно отличается. Второй росток в горшке все же оказалась травинкой, которую я показывала в прошлый раз. В горшочке, который не знаем точно, чудо это или теща, перец вырос еще больше. Он прям идет в рост, и листья там такие огромные. В одном из горшочков с чудом цветок раскрылся. А у второго чуда бутон пока не раскрылся, остался такой же, как и был. Там, где я вам показывал в прошлый раз цветок был, он отпал. Вы его сейчас видите на моей руке. Появились новые завязи. Это все у чуда. То есть там, где мы уверены, что это точно чудо, в стаканах. В двух стаканчиках, где чудо, которое я вам сейчас показываю, у одного завязи, а у второго созревает, похоже на маленький перчик. Я вам в прошлый раз показывала, там завязь была побольше. Вот он как раз сейчас на видео. Перец, который, видимо, теща, который растет в большом горшочке, растет вверх, цветы не дает, вырос уже больше. Гораздо больше, чем 2 остальных. Ну, вы это сейчас видите. 2 перца, которые в стаканах, которые чудо. Один с большим перцем, а у второго 2 цветка. Перец 9 сантиметров.
В высоту они выросли еще больше, но не все. Один из чуд в стакане сбрасывает постоянно все цветы. Перцев у него нет, а цветов уже было очень много. Но он их все сбросил. У второго чуда перец уже 11 сантиметров. Он так и есть один, больше цветов у него не было. И тот, который мы все же думаем, что это теща. Он очень сильно вырос вверх, и у него появились первые цветы. До этого цветов не было. Перцы еще подросли в высоту. Тот перчик у одного из чуд начал краснеть. Его размер не изменился. 11 сантиметров. Второй перец чуда из стаканчиков продолжает скидывать все цветы. Появляются цветы регулярно и регулярно опадают. Вот появились новые, я вам показываю. У тещи, мы думаем, что это теща все же, изменения. Еще один цветочек чуть ниже прежних, тех, которые я показывала в прошлый раз. А цветочки с прошлой съемки превратились в перчики. Красивые маленькие перчики. И на самой макушке у тещи еще цветочки. Перцы продолжают расти вверх. У тещи растут, подрастают, становятся больше маленькие перчики. На верхушке у тещи еще цветы. Который ниже цветок, так и есть. У чуда краснеет перец. У одного из чуд. А вот второе чудо, которое постоянно скидывает цветы, мы решили пересадить. В емкость, в горшочек побольше. Пересадили. У него так и есть цветочек на самом верху. Чудо, которое я показывала, пересаживали в прошлый раз. Больше пока цветы не сбрасывала. А у тещи продолжают расти перчики. У другого чуда перчик полностью покраснел. Видимо, пора его срывать. Срываю. Пересаживаем чудо из стаканчика в ведерко из-под майонеза. Это то самое чудо, у которого вырос большой красный перец. Я показывала, как его сорвала. У тещи продолжают расти два перчика, становится все больше. У чуда, который постоянно скидывал цветы, один уже точно перчик и один цветочек растет. Все три перца подросли. Чудо, у которого я срывала перец, показывала ранее, выпустил много новых листиков. Перцев и цветочков новых нет. У чуда, который постоянно скидывал цветы, растет один перчик. У тещи оба перчика покраснели. Размер одного 6 сантиметров, а второго перца 7,5 сантиметров. Срываю их. Сорвала. Последний перчик, который оставался у одного из чуд, стал сохнуть и отпал сам. Он примерно 6 сантиметров. Я хочу закончить это видео кадрами завязей на перцах. Их очень много, и некоторые уже превращаются в цветы. Посмотрим, сколько из них станут перцами. Мы никогда не сажали и не выращивали острый перец. Я показала, что делали мы, как делали. Сажая сейчас, я бы, наверное, уже делала многое иначе. Например, посадила бы в большие емкости. Как вы видели, мы пересаживали из более маленьких емкостей в более большие. Наверное, щипала бы смелее кончики. Мне кажется, это было бы лучше. Сейчас они достаточно высокие у меня. Я показала вам, как делали мы. 208 дней выращивания острых перцев в горшках.
на окне. Это наш результат. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.